Всем салам алейкум, дорогие друзья! Мы сегодня в Tanjeers Lounge, где будет проходить дегустация бестабачной смеси Чабака. Так, ребят, коротко о Чабаке. Это бестабачка на чайном листе. Сейчас будем пробовать и рассказывать. Вкус малина описанию соответствует. Очень хорошее попадание во вкус. Качественная, спелая, душистая малина. Следующие грушевые леденцы соответствуют описанию. Очень хорошее попадание. Вкус груши чувствуется. И конфет. Вот знаете, такие, как барбарис, сосательные конфетки, только с грушей. Были такие же. Дюшес, урахата. Бузина. Один из моих любимых вкусов вообще. Тоже очень насыщенная бузина. Классный вкус, мне очень сильно нравится. Королевский лимонад, Чабака экзотик. Это ягоды, цитрус и базилик. Чувствуется отчетливо все вкусы, базилик не передавливает. Не навязчивый цитрус и такие сочные ягоды. Вкус Tropic Love. Это тропики с холодком, ребят. Я не фанат холодка, но попадание во вкус хорошее. Попробуйте. Арахисовый батончик. Хороший вкус, насыщенный арахиса. Ощущение, как будто это грильяж. Это клюква в сахаре. Один из топов Чабака. Когда-то был лимиткой, сейчас выпускается на постоянной основе. Очень хороший вкус кислой клюквы с сахарной пудрой такой. Очень сладко. Манго-ромашка. Тоже. Один из топов – это Чабака Микс. Для фанатов ромашки вообще топ. Попадание во вкус шикарное. Сочный манго. Советую попробовать. Фруктовый лед. Есть ощущение мороза, именно льда. Яркий вкус фруктов. Как будто действительно фруктово-молочный лед. Вкус бамбл кофе. Это кофе, апельсин и ваниль. На выдохе отчетливо яркий апельсин. Ну, вы знаете, какой я не фанат цитрусовых вкусов. На вдохе офигенный кофе с ванилью. Ребят, попробуйте. Итальянский негрони. Это красный апельсин, вермут и битер. Алкогольная нотка с апельсином. Ярким-ярким цитрусом. Кремовый энергетик. Мы его пробовали на Creation Degustation. Возвращаемся к нему еще раз. Это Чабака Микс. Отчетливый энергетик с таким молочным привкусом. Честно, мне не очень закатило. Если вы фанаты десерта, попробуйте. Ананас. Все, кто понял, лайкайте. Очень яркий такой, спелый ананас, хороший. Попробуйте. Следующий вкус – зеленое яблоко. Я фанат одного зеленого яблока. Это сармы. Сейчас попробуем. Вкус отчетливый, да, это зеленое яблоко, но не такой насыщенный, как у сармы. Ну, простите, мне больше нравится то зеленое яблоко. Помело. Я, к сожалению, не пробовал настоящий помело. Описать его не смогу, подтвердить, соответствует или не соответствует. Но очень яркий вкус. Все, в принципе, у Чабаки очень ярко и очень классно, вкусно. Экзотик фреш. Это маракуйя кивана. Интересно, маракуйя спелая такая, хорошая. Я ее пробовал, мне очень сильно нравится. К сожалению, я не знаю, что такое кивана. Кислая брусника. Очень хороший кислый вкус и насыщенная ягода. Маковый рулет. Офигенное попадание. Ощущается мак и сдоба. Булочка такая мощная, хорошая. Я пробовал этот вкус на Джон Кальяно фестивале. Он мне тоже очень сильно понравился. Для фанаток десерток, каких-то булочек. Прям советую. В миксах вообще топ. Это, конечно, Чабака. Очень все легко, но запивать тоже нужно. Ребят, не забывайте про баланс воды. Фруктово-ягодный джем. Очень насыщенный вкус. Что из фруктов я разобрать не смогу. Но чувствуется как фрукты, так и ягоды. Советую. Грейпфрут. Очень хорошая горчинка грейпфрута. И такая цитрусовая составляющая, прям топ. Но я не такой большой фанат цитрусов, так что попробуйте сами.
нами сегодня бренд-амбассадор Чабака Анастасия. Настя, как дела? Как тебе Казахстан? Да, всем привет. Дела супер. Это уже третий город в моем маршруте в этой поездке. В восторге вообще от Казахстана. На самом деле потрясающая у вас природа, потрясающая архитектура. Из города в город я не перестаю удивляться тому, что насколько сильно они друг от друга отличаются. Но при этом есть общая черта – это люди. Это мастера, которые здесь работают, это люди, которые ходят в заведения. Очень все добрые, очень все с большими горящими глазами. Это, конечно, круто, это радует. Вот. Вообще сегодня у нас здесь проходит мероприятие. Мы уже в третьем городе – Алматы. Или Алматы, как правильно, Алматы. Кстати. Алматы. Мне говорили, что кто говорит «Алматы» – это приезжие. А да, местные Алматы, называют Алматы. Вот, поэтому я переспрашиваю. Вот, соответственно, сегодня мы дегустируем Чабака, порядка 20 ароматов пробуем. Это в основном наши топы продаж, это последние новинки, это супер интересные какие-то ароматы. И также будем пробовать наш новый крепкий продукт Хук сегодня. У нас тут крепкий продукт от Чабака Хук. Никотиновое насыщение есть, он действительно крепкий. О нем мы давайте поговорим отдельно, сделаем на него дополнительный обзор, углубимся больше в тему и расскажем о нем. Так, друзья, мы побывали на дегустации бестабачной смеси Чабака, попробовали все вкусы, обязательно их попробуйте, они вас 100% заинтересуют. Также узнали, что такое хук, подробнее вам расскажем о нем отдельно. Ну, всем спасибо, с вами, как всегда, был Осман, Хука Клауд, всем пока!